Первое сообщение о возгорании поступило в 5:00 утра. Горожане позвонили в полицию и рассказали, что припаркованная на улице Конституции Toyota Camry горит синим пламенем. Когда сотрудники полиции прибыли на место, пожар уже был потушен. Сейчас рассматриваются различные версии произошедшего, но есть предположение, что это был поджог. В ходе осмотра в 1,5 метрах от указанного автомобиля была обнаружена пластмассовая канистра объемом 5 литров, которая впоследствии была изъята и отправлена на экспертизу. В настоящее время назначена экспертиза, заключение которой установит причину возгорания транспортного средства.